Ну что, пока. Из недавних новинок, ну, она второй раз, по-моему, в эфире, не знаю, мне очень понравилось, успокаивает, в Африку хочется сразу. Так, официальный бумбокс программы празднует сегодня 39-й день рождения, с удовольствием поздравляю. И тут есть отличная песня по этому поводу. Спасибо программе. Все же. Всем тупак. Телеграм-канал студии 21 и телеграм-канал, который называется PTFM Chat. Сержи получил поздравление. Полезная песня. И исполнитель любимый. Вот он как знал, а? Красавчик Петр Левинский. Респект. Погода нормальная, дождя нет. Мы с лимонадом, с орешками.